Ну вот уже второй раз подряд после упражнения с мячом. Там тоже была оценка 29,2. Но для Канаевой оценка больше 29 баллов. Это уже становится так, нормой. Нормой. Да. Уже все, что когда она получает меньше 29 баллов, уже мы начинаем думать, почему. Что-то такое неправильно, да. Ну и выходит, конечно, такая явная конкурентка, которая совсем не собирается бояться Канаевой и всех других девочек наших, украинских, белорусских, потому что она из Китая. Сколько она шлифует свою программу, трудно представить. И умница, начинает здорово просто. Тоже там и под коленочкой булава, и вращается, одна держится. В общем, как бы под силу все эти требования. Переброски, легкие движения, более сложные. И вот смотрите, она выбрала какое-то музыкальное сопровождение. Тоже не собирается отдыхать, а нарастает и нарастает темп. Опа, спасибо. Ой, простите, убежала. Не хватило местечка. Это вот так увлеклась. Вы думаете, надо контролировать себя? Очень и очень контролировать. Она так захотела перепрыгнуть Канаеву, но фокус не удался. Она уже допустила серьезную ошибку со сбавкой в полбалла. Так что у нас есть некоторые возможности нашей лапочки Дмитриевой Дарьи зацепиться за призовые места. Пока Дарья Дмитриева у нас занимает третье место. Она уступает Канаевой и еще Алине Максименко. Украинки, да. Но я думаю, кто у нас там остался? Нет, она может справиться, остаться на третьем месте, потому что, ну, не думаю, что настолько высота трудности у китайской девочки, что вот эту потерю перекомпенсирует, да-да. Ну вот Синуе Дэнг, чье выступление мы только что видели, она уже сегодня выиграла бронзовую медаль в соревнованиях с обручем. И серебряную? Нет. А нет, с обручем бронзовая? И все, пока у нее больше медалей нет. Ну ладно, ну, и здесь, судя по всему, тоже вряд ли будет, потому что действительно была серьезная ошибка, была потеря. С пробежкой. По трудности она, конечно, Дмитриевой уступает. Ну и дай бог. Но дело в том, что там вот сейчас седьмая участница, это Алия Гараева. Ну, это известная, очень опытная. Из Азербайджана, которую мы прекрасно знаем. Вот она сейчас должна быть четвертой. Да, китайская девочка, безусловно, рассчитывает и на поддержку. Все это было, произошло, но судьи должны быть неумолимы. Они должны четко действовать по азбуке. Вот требуется, значит, надо снять, прибавить. Бонификация, безусловно, производится. Это надбавка за наиболее сложные соединения, элементы. Нормально. Тот, кто не рискует. Вот тут столько судей. Мы уже не раз говорили, что очень много арбитров. Поэтому еще исключительно не должны они ошибаться. Ну, в суд.